любовь — это страсть, это взаимное уважение. Наверное, это очень серьезно. Любовь — это что-то в нашей душе, что-то в нашем сердце и голове, что есть и что объединяет всех нас. Мы любим мир, любим себя, друзей, близких. Светлое, настоящее чувство, которое, дай Бог, испытать каждому в его жизни. Не знаю, чувства, наверное, эмоции, настроение. Это сложный вопрос. Для каждого она своя, я считаю. Это то чувство, которое тебя наполняет энергией. И ты одновременно отдаешь и получаешь ее от любимого человека. И ощущаешь себя, наверное, наполненным. Любовь. Это радость. Любовь. Любовь — это новизна. Это душевная теплота. Это интерес. Наверное, это любовь, да. Что для нас любовь? Любовь — это счастье, радость, взаимопонимание, это полет души, это вау. Это вау. Любовь? Наверное, это понятие для каждого индивидуально. Наверное, в первую очередь доверие и уважение друг к другу. Любовь — это семья, это счастье, это смысл жизни. Радость от общения. Идти вместе куда-нибудь. Любовь. Что же для меня любовь? Ну, это какие-то красивые эмоции. Какие-то необычные переживания. Если любовь к ребенку, то это забота. Наверное, знаете, любовь — это всегда беспокойство. А для вас?